Припали, припали! Послухайте мене, Іван Петрович, каже. Уважаемый Харьков, уважаемые харьковчане, уважаемые гости, я иногда буду вас беспокоить. Я говорю, чтобы вы понимали. И то, что сейчас говорит оратор, ему больше нечего говорить. Я его приглашаю на свой завод Шевченко. Потрудиться, попрацювати и показать свою состоятельность. Не оставать, а на деле.